Хочу подчеркнуть, что наша позиция остается неизменной. Аборт нравственно неприемлем. Обстоятельства нашего времени таковы, что решительный пересмотр демографической политики является условием выживания народов России. Военные действия, пандемия лишь усугубляет этот вызов, требует консолидации усилий государства, общества, религиозных общин, направленных на коренной перелом ситуации, связанной с низкой рождаемостью. В то же время аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет тех важных антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины. Как священнослужитель я свидетельствую, что аборт – это горе и трагедия для женщины и для ее близких.